центральной части Турции произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 7,7, а его эпицентр залегал на глубине около 10 километров. Это землетрясение произошло всего через 9 часов после первого в том же регионе. Сегодня сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в приграничном районе Турции и Сирии. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане, Ираке и могли ощущаться в Крыму и южных областях Украины. Затем последовали многочисленные афтершоки от умеренных до очень сильных. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и второе по силе после землетрясения в Северной Анатолии магнитудой 7,8 и 8 в 1668 году. ЕС направил поисково-спасательные отряды. Еврокомиссар по антикризисному управлению Янис Ленарчич сообщил, что в Турцию для оказания помощи местным спасательным отрядам направляются группы спасателей. 10 поисково-спасательных бригад были быстро мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, говорится в совместном заявлении комиссаров ЕС Янеза Ленарчича и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Чтобы международные поисково-спасательные команды могли как можно быстрее добраться до зон бедствия, Турция создала воздушный коридор –